Башкортостан в 3 раза увеличил экспорт лошадей в Казахстан и Киргизию. С начала этого года специалисты управления Россельхознадзора по республике проконтролировали 48 партий. Общее количество оформленных отделом ветеринарного надзора животных составило 830 голов. Отмечу, что высокий спрос на продукцию коневодства в Казахстане и Киргизии стимулирует интенсивное развитие этой традиционной для Башкортостана отрасли животноводства. Об этом говорят и цифры последних лет. Так, в 2023 году из регионов страны Евразийского экономического союза отправили 308 голов лошадей, а годом ранее эта цифра была еще меньше. Также в этом году увеличился экспорт семян более чем в 4 раза, зерна в 2,5. А вот отгрузки пиломатериалов и древесных плит напротив сократились.